Обращение нееврея в иудаизм называется гиюр, и с ним связан обязательный обряд омовения, окунание в микву или, как мы сегодня говорим, крещение. Особенностью крещения Иоанна Крестителя было то, что он совершал этот обряд омовения, крещение над верующими иудеями, евреями. Он как бы говорил богоизбранному народу: «Вы живете хуже, чем язычники». И это было, вероятно, обидно для них, ведь они считали, что наличие одного обрезания означало то, что они уже имеют спасение. С Богом у них все хорошо. Более подробно в подкасте «Вера от слышания». Обязательно подпишитесь.